Ну что, обзорная поездка по поселку деревни Красный Рог Почепского района. Сегодня 9 мая 2016 года. Попробуем прокатиться через усадьбу к Толстого и вообще посмотреть, что у нас здесь такого происходит. Люди приехали на колонку почему-то за водой. У них с водой проблема. А у нас проблема с накачанными шинами. Так что, наверное, все-таки мы не поедем, а пойдем. Пройдемся пешком и подкачаем колеса. Добрый день. Здравствуйте. Ну а что делать? Вот такой поселок, если идти по нему пешком. Такой поселок. Ремонта пока, к счастью или к сожалению, нет. Так что что видим, то видим. Дома какие получше, какие похуже. В основном они все деревянные. Если они выглядят получше, то значит, на этих домах просто банально сделан косметический ремонт, косметический марафет в виде вот как вот здесь вот панелями обшит пластиковыми. В основном они бывают, что обложены кирпичом, но все дома все равно в исходнике своем деревянные. А вот домик вообще почти никакой. То есть что-то лучше, что-то хуже. В основном что-то в среднем. Где-то цветут цветы. Где-то по всей деревне поют птицы. Только очень одинокий видеооператор бредет по дороге в надежде что-нибудь снять. Хотя основная это надежда найти насос для того, чтобы накачать велосипед. Здесь нас может ждать велосипед насос, а может и не ждать, потому что люди могут спать.